Программа рабочей поездки насыщенная. Были посещены жизненно важные объекты коммунальной сферы. Станция водоочистных сооружений, водозабор, электростанция, а также причальная стенка пирса и новостройки. Перспективы развития нового порта тесно взаимосвязаны с освоением новопортовского месторождения. Вместе с его работой, благодаря доброму сотрудничеству с компанией «Газпромнефть Ямал», в поселок придут дополнительные инвестиции. Я с директором говорил, с генеральным, она придет в этом году до пирса полностью, он в этом году приведет, то есть месторождение. В общем, они ее сейчас отсыпят, и к осени они придут, то есть к навигации они придут, и навигацию уже будут по этой дороге проводить. А сам пирс? Все, пирс мы тоже отвели. Сейчас эти уже конструкции у них лежат уже? Ну, мы отвели, вот сейчас мы будем подъедем, посмотрим. Сегодня планируется строительство дороги в центре села. Вместе с сооружением стационарного порта для приема грузов будет отремонтирована причальная стенка и проведено дноуглубление. Это позволит пассажирским судам подходить прямо к причалу и решить проблему доставки пассажиров к берегу. В этом году начнется строительство двух многоквартирных домов. На 2017 запланировано еще два. Только за последние 4 года в новом порту было построено 117 квартир. По этому показателю поселение является одним из лидеров в районе. Однако работы еще предстоит много. Около 60% жилья ветхое. Планируется, что до сентября 2017 года будет переселено 9 аварийных домов. Вместе с руководством района приехала и приемная комиссия, которая провела проверку сдающегося многоквартирного жилого дома по улице Школьной. А, хитрый. Надо наливать прозрачную в баночку. Как не дают воду. От шуток сразу переходят к делу. Водоочистные сооружения с трудом справляются с мутной водой Обской губы. На совещании с депутатами, руководством поселения и предприятий глава заострил внимание на скорейшем решении этой проблемы. Главный инженер Ямалкоммунэнерго рассказал, что к осени этого года есть возможность произвести замену отстойных емкостей и провести ряд других работ. Если это не получится, то тогда, в принципе, знаем откуда. Запланировали уже привезти, поставить водоочистку другую на 500 кубов суточных, 20 кубов в час, чего должно хватить на весь поселок. За короткое северное лето на благоустройство поселка планируется привлечь более 3 миллионов рублей. На эти средства будет установлен 131 уличный светильник, 5 детских модульных игровых площадок, 2 больших игровых комплекса, отремонтированы дороги и озеленены территории общего пользования. Отдельно облагородят центральную площадь села. Добавляем еще плит, 12 штук в ряд. 14 плит. И всю брусчатку выкладываем, чтобы для того, чтобы нам к памятнику провести, скажем так, мероприятие и возложить венки к памятнику. То есть мы выходим, и у нас получается замкнутая площадь. А здесь, получается, забор будет, то есть который отгораживает площадь от дороги. Кроме того, глава поселения Сергей Сеин презентовал проект «Стеллы», который украсит въезд в новый порт. В рамках встречи участники обсудили проведение Дня оленевода. Сергей Сеин отметил, что этот праздник в новом порту не отмечался с 1985 года. И сейчас принято решение его возродить. Кроме того, в сентябре старейший поселок Ямала встретит 95-летие со дня своего образования. Сейчас идет подготовка к юбилею. Если все будет складываться как сегодня, то ряд элементов благоустройства, 300-400 метров новой дороги будет проложено, это детские площадки, это будет доделываться площадь центрального около памятника Победы. То есть те элементы, которые, конечно, будут создавать такой позитив эмоционального населения. Ну и, соответственно, также активно занимается программой ветхоаварийного жилья руководитель и взаимодействует с предприятиями ТЭКа.